Реальная заработная плата в Самарской области за 2018 год поднялась на 8,5%, утверждают эксперты. Рост коснулся не только бюджетной сферы, но и всех секторов экономики. По основным показателям развития региона тоже наблюдается положительная динамика. В обрабатывающей промышленности рост составил более 4%, внешнеторговый оборот региона поднялся на 21,5 пункта, жилищное строительство на 6,5%. На 6% к уровню прошлого года выросло производство в электроэнергетике.